Я рада вас приветствовать. Вас так много. И за моей спиной олимпийские кольца. Команда советских гимнасток – чемпион Олимпийских игр. Золотая медаль абсолютной чемпионки вручается Ларисе Лапининой. На втором месте Агнес Шкерити, на третьем – Софья Муратова. Поздравим и мы с большим спортивным успехом молодую спортсменку. Так наши гимнасты завоевали для советской команды 23 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Американская команда осталась далеко позади. Победа в Олимпийских играх была одержана. Лариса Семеновна, весь мир знает, что вы долгое время были самой титулованной олимпийской чемпионкой. Даже люди, далекие от спорта, знают, что у вас 18 олимпийских наград, из которых 9 золотые. Это действительно рекорд. А вопрос у меня такой. Как долго он продержался и сколько у вас вообще спортивных наград? Ну, во-первых, я скажу вам, что на сегодняшний день это уже не рекорд. Потому что на Олимпийских играх в Лондоне Майкл Фелпс, американский пловец, он установил рекорд, и теперь он рекордсмен. А вот на протяжении 48 лет, потому что последнюю свою медаль я завоевала в 64 году, на Олимпийских играх в Токио. Это была моя 18-я олимпийская медаль. И вот 48 лет эти 18 олимпийских медалей всегда были при мне. И не обделена я была вниманием. Но того, что вот это наша страна, вот наш, только наша страна обладает вот этим рекордом. 18 олимпийских медалей. Особенно никому это не надо было. Я знаю, что это мои медали, и они от меня никуда не денутся. Но мне казалось, что на этом можно было очень хорошо сыграть для популяризации и нашей страны, и моего любимого вида спорта, гимнастики, и многого чего сделать. И вот в этом году, когда американцы поняли, что талантливый олимпийский чемпион Майкл Фелпс может этот рекорд побить, они тут же меня отыскали. Они меня отыскали, пригласили в Нью-Йорк с супругом, поселили в шикарном отеле, сделали такое интервью с Майклом Фелпсом. И мне потом задавали многие вопросы по поводу того, каков он. Я всем отвечала, что нормальный парень, очень даже симпатичный, с юмором, совершенно не строил из себя какого-то из ряда вон выходящего феномена. Ну, мне, правда, говорили, ну, а что он перед тобой-то будет? Ну, вы знаете, это все зависит от человека. Если в человеке это заложено, то он перед любым будет из себя изображать великого. А он нет, он мне рассказывал о том, как много он тренируется, как ему уже, в общем-то, вот так, говорит, плавание это надоело, и после вот Олимпийских игр в Лондоне все ноги моей не будет в бассейне. Ну, не знаю, будет или не будет, это мы посмотрим дальше. Лариса Семеновна, как вы пришли в гимнастику и кто помог вам сделать первые шаги? В гимнастику я пришла случайно вообще-то. Родилась я на Украине, в городе Херсоне, еще до Великой Отечественной войны. Была очень подвижным, шустрым ребенком. Дружила в основном с мальчишками. С ними мы проверяли все подвалы, чердаки, играли в футбол. Я всегда была вратарем. И самое ужасное было, когда я вот так присаживалась, чтобы не пропустить мяч. И самое ужасное, когда вот так
ноги иксом поставлю, и мяч пролетал вот здесь. Это был кошмар. Уже тогда во мне, наверное, проявился вот этот спортивный лидерский дух. Потому что один такой очень интересный эпизод был. Мы на асфальте сделали такую дорожку беговую, нарисовали мелом старт, нарисовали мелом финиш, и нас было трое, мы бежали на перегонки. А лет-то нам было по 6. Бегу и вижу, что мальчишки вот чуть-чуть впереди, а уже линия вот здесь вот. И тогда я решила, что сделать. Я рыбкой вот так прыгнула вперед и прокатилась руками по асфальту. А в асфальте были какие-то там или острые камушки, или, может, стеклышко какое-то. И вот пальчик распорола до самой косточки. У меня вот на всю жизнь остался шрам. Но я вскочила, не обращая внимания, что кровь у меня здесь была. И я кричала, мои руки были первыми. Вот такое ощущение. Мне всегда хотелось быть первой. И в школе, вот когда училась, тоже старалась быть впереди. Может, поэтому и удалось закончить школу с золотой медалью. Мне очень хотелось танцевать. И когда я увидела объявление, что в детскую студию при Доме народного творчества набирают девочек в хореографическую студию, я сразу туда побежала. Меня никуда мама не водила, ни в студии, ни в какие секции. Я везде сама бегала, записывалась и в кружок ИЗО, и в хор, и вот в хореографическую студию пошла тоже, сама записалась. И вот когда я встала у станка вместе с девочками, и когда с нами стал заниматься наш замечательный хореограф Николай Николаевич Стесса, он нам говорил, нам, детям, не знаю, правда или нет, но он говорил, что я был солистом Мариинского театра, он нам рисовал картины нашего будущего, что все мы будем балеринами, и мы в это поверили, но прошел год, что-то не сложилось в Доме народного творчества, и эта студия закрылась. Это была такая для нас трагедия. Мы рыдали, потому что что делать дальше? В школе у нас был спортивный зал со стеклянной дверью. И в этом зале девочки занимались гимнастикой и делали вольные упражнения под музыку. И вот я, когда, прислонившись, прилипла даже носом к этому стеклу, вот смотрела завороженно так, и мне казалось, что это очень похоже на танец. Вел занятие наш преподаватель физкультуры школьный. Я подошла и сказала, Михаил Афанасьевич, запишите меня в секцию. И он взял. Буквально через полгода девочки моего возраста, которые уже занимались по году, я их уже обогнала. И еще через полгода я уже выполнила третий спортивный разряд по спортивной гимнастике. Это была моя такая победа, такая гордость, что когда я получила этот значок, а значки спортивные тогда были очень крупные. Такой шестигранник, серединочка такая зеленая эмаль, и там фигурка гимнастки. Мне когда его вручили, я была такая гордая, я не могла его оставить просто так на столе, чтобы он лежал. Я должна была его носить, чтобы все видели, что вот у меня третий разряд, а значок тяжелый на винту. Вот
я в свою крабжоржетовую кофточку проделала дырку и привинтила этот значок. Он немножко оттягивал эту кофточку, но я его носила. И Михаил Афанасьевич, мой первый тренер, понял, что, наверное, я буду как-то в гимнастике продвигаться. И он мне много, конечно, внимания уделял. Отец мой погиб во время войны в Сталинграде. Я осталась одна с мамой. Мама совершенно неграмотная женщина. Для того, чтобы меня достойно растить, она бралась за любую работу. Она и работала и стопником, и уборщицей. Она брала работу на дом, и стирала, и продавала. И что только не делала для того, чтобы ребенок был не голодным. И, как она говорила, чтобы ты была не хуже, чем у людей. Вот такая была у меня жизнь. Но я вам хочу сказать, что любовь к балету, она пронизала всю мою жизнь. И спортивную, и обычную. Последние только лет 15-20. Может быть, я перестала завидовать балеринам. А то всегда я с такой завистью смотрела, когда они выступали. Я в свое время в Херсоне встретилась с Лепешинской. Ольга Лепешинская приехала в наш небольшой город с концертами. И я, конечно, помчалась в театр смотреть ее концерт. И была совершенно потрясена и заворожена ее танцами, ее выразительностью. Когда концерт закончился, то мне, девчонке, хотелось посмотреть, а как же она выглядит в жизни. А это был зимний вечер, и Херсон, хотя и южный город, но зимой было довольно холодно. Вот я забежала со стороны к служебному входу, встала у двери и стала ждать, когда она выйдет. Долго ждала, замерзла. И вот выходит Прима. Вы знаете, я никогда не забуду этого впечатления. Она вышла, у нее забинтованы были ноги. У нее было совершенно не похожее лицо на то, которое я видела на сцене. Осунувшееся, серое. Такие круги под глазами. Я когда увидела это, я поняла, как же много забирает у человека вот то, что он отдает на сцене. Я думаю, что чем бы мы ни занимались, мы должны в это вкладывать свою душу, свое желание, свою любовь. И вот тогда у нас будут результаты. Да. Расскажите, пожалуйста, про ваше первое олимпийское золото. Где и когда вы его получили, и какие при этом испытывали ощущения? Я стала мастером спорта, когда мне исполнилось 16 лет. Заканчивая школу, я была в списках сборной команды Советского Союза. А выполнив норму мастера, я стала чемпионкой Советского Союза среди школьников. И вот 53-й год, я заканчиваю школу, и приходит приглашение принять мне участие в студенческих играх в Бухаресте. А в это время как раз идут экзамены на аттестат зрелости. Я, конечно, забросила свои занятия гимнастикой. Я сдавала экзамены, совершенно не тренировалась. На сбор я опоздала. И я, конечно, на контрольной прикидке я заняла самое последнее место.
А на сборе мы выпускали всегда стенные газеты. И в стенной газете меня так пропесочили. Вот приезжают вот такие молодые, зазнавшиеся гимнастки, не в форме. Вы знаете, меня это так задело. Я так разозлилась внутренне, но никому не сказала ничего. Но тренироваться стала, сцепив зубы. И на следующей прикидке я уже была четвертая. Меня поставили в команду. Я поехала в Бухарест, и я там выступила. Это были мои первые зарубежные соревнования, но не олимпийские. А вот уже в 56-м году я была включена в состав олимпийской команды. Приехав в Мельбурн, мы встретились с многими неприятностями, потому что это был 56-й год. Ситуация была у нас с Венгрией не особенно ласковая. И поэтому перед соревнованиями очень многие старались зрителей настраивать против нас. Нам много строили всяких козней, вплоть до того, что на некоторых трибунах были скуплены билеты, и когда мы подъезжали на соревнования, то многие спрашивали, нет ли лишнего билетика, в кассе билетов нет. А начинали выступать, зал полупустой. Для того, чтобы, так сказать, создать впечатление, что вот на нас, на советских, никто не хочет прийти. Но это нас не обескуражило, и мы все равно выиграли Олимпийские игры. Сначала мы выиграли командное первенство, потом я выиграла многоборье, а потом еще выиграла и две золотых медали в отдельных видах. Так что возвращалась я с первой своей Олимпиады с 6 олимпийскими медалями. 4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая. Вольные упражнения, подлинная стихия Латыниной. Отличное выполнение приносит советской спортсменке высокую оценку 9,466 балла. На теплоходе «Грузия» советские спортсмены – победители 16-х Олимпийских игр. С ними их друзья – спортсмены Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Албании. Законам морского бога Нептуна должны сейчас подчиниться все, кто впервые пересекает экватор. Лариса Семеновна, да. Как вы думаете, чем вы поразили мир гимнастики? И есть ли такие спортивные достижения, которыми вы гордитесь больше всего? Чем я поразила? Ну, мне трудно сказать. Это, наверное, могли бы сказать те, кто считал, что я их поразила. Но я свое дело делала всегда не только добросовестно, а с огромным желанием. И вот это желание и удовольствие донести красоту движения гимнастического, это всегда отражалось на моем лице. И вот мои соперницы, подружки по жизни, они когда смотрели фотографии, вот, допустим, у меня есть одна фотография, я делаю упражнения на брусьях, такой элемент, который совершенно не требует улыбки. Но на этом элементе у меня все равно состояние такой вроде бы улыбки на лице. И они говорят, ну надо же, Латынина и на брусьях улыбается. Я говорю, ну я не улыбалась. Это мое внутреннее состояние. Удовольствие от того движения, которое я делала. И оно проявлялось.
Знаю о совершенно поразительном факте вашей биографии. На чемпионате мира вы выступали на 4-м месяце беременности. Как смогли решиться на такое? Ну, я хочу уточнить, что не на 4-м, а уже 4 месяца было. Вот, потому что пришел вызов на сбор подготовки к чемпионату мира, а это было за 2 месяца до чемпионата мира, я узнала, что я беременна. Что делать? Ситуация была такая, что за год до этого у меня были проблемы, и я консультировалась у одного ведущего доктора-гинеколога, профессора Лурье, и он мне, так сказать, помог решить мои проблемы. И поэтому, когда я пришла, он мне говорит: я тебя поздравляю. А я в слезы. С чем же вы меня поздравляете? У меня через 2 месяца чемпионат мира. А он говорит: ну, ради бога. Я боялся, что у тебя никогда не будет ребенка. И вот теперь я очень рад, что это случилось. Я говорю: а как же быть, что делать? Он говорит: ну, рожать надо. Я говорю: а чемпионат мира? Ну, так чемпионат мира-то вот через 2 месяца всего. Я говорю: а как же так? Выступай. Меня не допустят, а ты никому не говори. И даже собственному тренеру не говори. Ты тоненькая, стройненькая, физически крепкая. Я тебе все распишу, когда, как себя вести. Совершенно спокойно можешь тренироваться и работать. Я ему поверила. Что же покажет Лариса Латынина? Разбег, и Латынина проскакивает мимо бревна. Досадная ошибка. Сказать, что было легко, отнюдь нет. Во-первых, молчать было очень трудно, потому что я, в общем, человек, который любит всегда делиться и с подружками со своими, и с тренером всякими своими и проблемами, и радостями, и горестями. А тут надо было это все носить в себе. Правда, когда жена моего тренера, уже это второй тренер мой в Киеве, Александр Семенович Мишаков, когда Александра Георгиевна потом тренеру говорила: что ж ты за тренер был? Женщина 4 месяца беременна, а ты ее нагружаешь, а ты не видишь даже, что она беременна. Я все знал, я не хотел просто никому говорить, сказал Александр Семенович. Но он не знал, конечно, не знал. И самое главное, что была для меня огромная радость, когда мне удалось выиграть чемпионат мира. Я стала абсолютной чемпионкой мира. Латынина выполняет произвольную комбинацию с большой легкостью. Внимательно следит за Латыниной чемпионка мира в этом упражнении Кейко Танака. Вся комбинация выполнена мастерски. И вот оценка 9,733 балла. Многочисленные зрители горячо приветствуют абсолютную чемпионку мира. И когда это произошло, я помчалась звонить в Киев, поделиться своей радостью с Лурье. Но так случилось. Мне сказали, что 2 недели тому назад Лурье скончался. Для меня это была
огромная печаль. Но я ему несказанно благодарна, что он благословил меня вот на такой подвиг. И все закончилось хорошо, благополучно. Через 5 месяцев, ровно через 5 месяцев после чемпионата мира, вот 17 декабря, родилась моя дочка Танюшка в 58-м году. Так что вот ей уже 54 года. Уважаемая Лариса Семеновна, вы потрясающе выглядите. Я не могу спасибо. Это не отметить. Спасибо большое. А вопросы у меня такие. Сильная ли была конкуренция в сборной команде страны? И насколько ровно у вас складывались отношения, когда речь шла о личных победах, а не о командах? Вы знаете, я всегда горжусь тем, насколько сильна была наша команда. И плюс к этому у нас еще была очень хорошая скамейка запасных. И в этом была наша сила. Мы ехали на соревнования, мы не знали, кто победит. И тренеры не знали, кто победит. Потому что перед первыми Олимпийскими играми, на которые вот я поехала в Мельбурн, последние соревнования отборочные выиграла Тамара Манина из Ленинграда. Очень сильной второй за ней шла Соня Муратова. А меня тогда постигла неудача, и я заняла только 4-е место. Поэтому я считала, что на мою победу никто и не рассчитывает. Когда Александр Семенович, мы с ним перед соревнованиями всегда обсуждали вопрос, как относиться к соревнованиям, какие планы строить. Александр Семенович мне всегда говорил, абсолютно не думай ни о каких победах. Он потому что знал, что внутри во мне сидел вот этот вот стержень, вот лидерский стержень победителя. И поэтому он никогда лишний раз меня на это не настраивал. Он всегда мне говорил, сделай вот все так, как ты умеешь, а там посмотрим, какой это принесет тебе результат. Если кто-то будет лучше тебя, будем побольше работать. И я вам хочу сказать, что в команде была очень доброжелательная обстановка. Настолько доброжелательная, что с Тамарой Маниной и с Лидией Ивановой, часто называют Лидия Гавриловна Иванова, которая выступает комментатором сейчас на многих соревнованиях, вот уже сколько лет с 56-го года прошло, а мы все равно дружим. И вот никакие спортивные соревнования и борьба на гимнастическом помосте, она не помешала нам дружить в жизни. Лариса Семеновна, вот как по-вашему, делает ли спорт человека жестоким с его постоянным стремлением быть первым? Вы знаете, я однозначно не могу на этот вопрос ответить. Наверное, это все-таки зависит от каждого человека в отдельности. Я не могу сказать, что меня сделал спорт жестоким, потому что я все равно считаю, что самое ценное в жизни у человека – это доброта, это внимание, это помощь людям. Я провела так много лет в спорте. Начала в 12, и последний раз я выступала в 32. Значит, я выступала, вернее, занималась активной гимнастикой 20 лет. Затем я 10 лет была старшим тренером сборной команды Советского Союза. Готовила команду, и в команде у нас были изумительные девочки. На первую Олимпиаду мою как тренера поехали и
Лариса Петрик и Ольга Карасева, и Зина Воронина, и Люда Турищева, и Люба Бурда, и Наташа Кучинская. Это была шестерка очаровательных девочек. И они стали олимпийскими чемпионами. После выступления наших гимнасток в Мехико зарубежные газеты писали: кроме технического совершенства, у советских гимнасток есть что-то, что называется грацией, легкостью, свежестью. Они открывают нам все новые возможности. Это настоящие исследователи. В Мюнхене Людмила Турищева стала абсолютной чемпионкой Олимпийских игр. И команда снова выиграла. И третья моя Олимпиада как тренера – это Монреаль. И там команда снова выиграла. И две золотых олимпиады выиграла Нелли Ким. Так что девочки, с которыми мне пришлось работать и которых пришлось готовить, они завоевали в общей сложности 10 золотых медалей. Так что я иногда так, хвастаясь... Не осудите меня за это. 19 золотым олимпийским медалям я приложила руку. И поэтому говорю, пусть Фелпс еще попробует. Так вот, после 10 лет работы со сборной командой, я затем 4 года работала в оргкомитете Олимпиада 80 и готовила и проводила гимнастику на Олимпиаде 80 в Москве. Затем после этого еще 10 лет работала старшим тренером сборной команды города Москвы. Так что видите, сколько лет я отдала гимнастике. И я не считаю, что она меня сделала жестокой. Лариса Семеновна, скажите, пожалуйста, а что вам помогло выработать именно свой неповторимый стиль? И как вы считаете, существует ли понятие моды в спортивной гимнастике? Наверное, у каждого есть какой-то свой любимый снаряд. У кого-то бревно, у кого-то брусья. Я всегда очень любила вольные упражнения. Это неудивительно, потому что мне всегда казалось, что вольные упражнения очень напоминают балет. И, конечно, с особым вниманием ожидали все выступления Ларисы Латыниной, двукратной абсолютной чемпионки мира и Олимпийских игр. Вольные упражнения – ее коронный номер. В этот раз замечательная советская спортсменка очаровала всех своим грациозным исполнением. Это действительно было достойно золотой медали. Когда выходила на ковер, то я жила тем, что я делала? Очень интересный был разговор у меня с Полиной Астаховой. Когда она делала вольные упражнения, она уходила так в уголочек и поворачивала голову, а здесь сидели судьи. И я вижу, она так на судью смотрит. И я потом у нее спрашивала, а ты когда делаешь вольные упражнения, ты видишь вот тех, кто рядом с помостом? Она говорит, конечно. Меня это так удивило. Потому что, когда вот я выходила на ковер,
Для меня больше ничего не существовало. Это только движение и музыка. Ни вспышки, ни крики, ни кто ходил около ковра. Я ничего этого не видела. И, возможно, вот это и создавало мое настроение, мой стиль. И, может быть, помогало мне побеждать на вольных упражнениях. И я очень гордилась тем, что на трех олимпиадах, а этого не удалось никому сделать больше, на трех олимпиадах я на вольных упражнениях завоевывала золото. Вот когда вы ощущали большую ответственность? Или когда вы были сами спортсменкой, или когда вы стали тренером? Я хочу вам сказать, что когда сам выступаешь, это совершенно другое чувство, чем когда ты отвечаешь за тех, кто выступает под твоим руководством. На первых соревнованиях, когда они выступали на бревне, я сидела, сжав вот так кулаки, и потом, после соревнований, у меня ногти вот оставили след в моих ладонях. И это не только у меня такое, это у любого тренера. Главная фигура в спорте – это тренер. Вот с этого надо начинать. Почему мы сейчас вот пожинаем плоды 91-го года? Потому что когда открылась граница, наши талантливые тренеры стали получать приглашение работать за рубежом. И их труд там оплачивался так, как они этого заслужили. А я в это время работала в Московском спорткомитете, когда меня председатель пригласил к себе и сказал, что, Лариса Семеновна, как вы допускаете, что тренеры московские уезжают? Неужели вы не можете призвать их к чувству патриотизма? Я ему сказала: вы знаете, наверное, сейчас немножко не то время, чтобы взывать к чувству патриотизма. Люди поняли, что сейчас они за свой труд могут получить столько, сколько они заслуживают. И я лично, я заставить их остаться здесь не могу. Сейчас наши тренеры работают по всему миру. И в Австралии, и в Бразилии, и в Америке, и в Канаде, и во Франции, и в Германии. Да нет такой страны, где бы не было наших тренеров. И вот только последние годы потихоньку начинается у нас поворот в сторону оценки труда тренера. Ну, правда, вот мы, когда приглашаем из-за рубежа спортивных тренеров, то мы им отваливаем бог ведь сколько. Столько, что на эти деньги можно было бы построить не одну спортивную школу и ни одного нашего российского тренера обеспечить и жильем, и машиной на эти деньги. А еще хочу вам сказать, что ведь каким бы талантливым, каким бы одаренным ребенок не был, он ведь сам себя никогда не сделает. Никогда. И даже мы, когда мы уже повзрослевшие были, у нас даже был такой случай. Мой тренер Александр Семенович Мишаков тренировал не только женщин, он тренировал и мужчин. И он, пожалуй, единственный в гимнастике был тренер, у которого было два олимпийских чемпиона у мужчин и у женщин. В Риме на Олимпийских играх я стала абсолютной чемпионкой Олимпийских игр, и Борис Шахлин стал олимпийским чемпионом в многоборье.
Перед абсолютной чемпионкой Олимпиады в Мельбурне Ларисой Латыниной стоит задача не менее трудная – сохранить и в Риме свое почетное звание. И чувствуется, что украинская гимнастка хорошо подготовлена к этому. Лариса Латынина и Борис Шахлин. Искусство этих спортсменов словно легенда. И каждое новое поколение гимнастов хочет в чем-то походить на них. Мишаков феноменальный был тренер, но он был очень требовательный и очень справедливый. Он приучил меня к дисциплине, к порядку. Я благодарна ему в своей жизни за все, за это. Вот какие бы пробки где бы ни были, вот когда назначают где-то встречу, вы знаете, я почти всегда приезжаю вовремя, потому что я знаю, что если есть какая-то пробка, то я выйду за 2-3 часа раньше, но только чтобы не опоздать, потому что Александр Семенович очень не любил, когда мы опаздывали. А Борис Шахлин, он иногда себе позволял это. На 15 минут на тренировку опоздал, на 20 минут. Александр Семенович его один раз предупредил, второй раз предупредил. И когда третий раз Борис опоздал на 20 минут, Александр Семенович встал и сказал: «Борис Анфианович, до свидания. Ищите себе тренера, который будет вас ждать столько, сколько вы захотите, а я не буду». А Борис уже олимпийский чемпион, Борис психанул и решил, что он уже и знает, что такое гимнастика, и как тренироваться, и что делать. Подумаешь, сам буду тренироваться. Полгода Борис потренировался сам. Потом взял бутылочку дорогого коньяка, пришел к Александру Семеновичу, низко поклонился ему и сказал: «Александр Семенович, прости, дорогой, но сам не могу, не могу тренироваться сам. Прими обратно». Так что без тренера самый талантливый спортсмен – это как дорогой камушек, если его гранильщик хороший не обработает, то никаким он бриллиантом не будет. Он так и будет камушком. Лариса Семеновна, да? Скажите, пожалуйста, действительно гимнастика является травматическим видом спорта? И много травм было у вас? Ну, наверное, были у меня травмы. Но сказать, чтобы очень крупные, нет. Опять же, все зависит от тренера. Нужно доверять друг другу. Если я чувствую, что я устала и больше не могу, на усталости приобретаются все травмы. А некоторые тренеры, особенно молодые, они считают, что вот она меня обманывает, она просто не хочет больше тренироваться, поэтому она сказала, что она устала или что-то у нее болит, что-то... Нет-нет-нет, давай еще, давай еще, давай еще. И вот на этом еще и начинаются травмы. Еще одно. Есть категория тренеров, которые считают, что если подопечный считает, что у него что-то болит, то он говорит: а вот если так будет на соревнованиях, надо же уметь преодолеть эту боль. Поэтому давай мы тебе заморозим, забинтуем и давай еще 2-3 подхода сделай. Я считаю, что этого категорически нельзя делать. Категорически нельзя делать, потому что боль – это сигнал о том, что что-то не в порядке. Нужно лечить, а не тренировать. И тогда не будет серьезных травм.
Я никогда не забуду тот случай, который произошел с Леночкой Мухиной. Все это от вот такого недоверия. Лариса Семеновна, говорят, у вас есть большое имение. Ой. Поместье. Огромное хозяйство. Как оно у вас появилось? Как вы умудряетесь управляться с ним? И нравится ли вам эта деятельность после спорта? Я не фермер, абсолютно не фермер. Вот. Когда я еще работала старшим тренером сборной команды, то у нас в комитете раздавали участки. И вот когда ко мне пришли, говорят: Лариса Семеновна, вы будете брать участок? Вот где-то недалеко от Москвы, там все. Я говорю: вы что? Извините за такое выражение. Я говорю: вы что, обалдели? Я где-то там за городом буду вот в такой позе стоять, копаться в этой земле. Да никогда в жизни этого не будет. Так думала я. Но прошли годы. И когда я уже, так сказать, достигла пенсионного возраста, мой супруг сказал, что вот есть место, где нашему заводу, электротехнический завод «Динамо», а он был у меня генеральным директором этого завода, дают участки. Вот, давай поедем посмотрим. И мы приехали. Огромное поле. Когда-то оно было засеяно чем-то. А сейчас уже никаких колхозов, ничего нет. Один бурьян. Все это голое. И стали делить это место на участки по 15 соток. Один участок был в самом углу, на склоне на таком, у оврага. Я говорю: Юра, вот этот вот в углу. Они говорят: что вы, Лариса, не берите. Здесь вообще, мы вот сюда уже ездили несколько раз, здесь и комарья полно, и оттуда сверху все течет, здесь ни огородов никаких не будет, вы намучаетесь ужасно. А я, когда посмотрела эту картину, вот деревья, сосны, овраг здесь, потрясающая красота. Я говорю: нет, Юра, только здесь. И мы выбрали этот участок. И начали потихоньку строиться. Строились очень тяжело и очень долго. Юра еще работает, а я уже здесь с рабочими. Одна здесь вот слежу за всем порядком. Мои подружки говорили: как ты не боишься? Как ты не боишься? Вот одна. И у меня мысли даже такой не было. Бояться. И потом я только поняла. И хочу и вам посоветовать. Вот никогда не думать о чем-то плохом. И оно никогда к вам не будет притягиваться. Получилось так, что вот эти все участки нанялся охранять один человек, такой бомж, которому жить негде было. Время от времени охраняет. Потом с друзьями как запьют, так все, охраны нет. Юра говорит: все, мы тебя выгоняем, Толян, все. Он говорит: нет, я вам даю слово, я уже тебе не верю. Через неделю приходит, приносит справку, закодировался. И говорит: а вот соседи здесь еще предлагают нам скотину. Вот коровку и козочек. Давайте купим. Пришлось купить. Я из козьего молока и творог делаю, и детей кормлю, и внуков кормлю. Вот. Но, кстати, у меня уже правнучка есть. Мы как-то все дикапские
дочка 17 декабря, правнучка 23 декабря, чуть-чуть не дотянули до моего дня рождения. Я 27 декабря. Дорогие мои, живите в добре, во взаимопонимании, и вам самим будет легче жить, и всем тем, кто вас окружает.